На данный момент мы хотим сделать такую информационно-минутную или двухминутную темку. А темка будет про то, это не реклама, а что-то. Вот примерно такое ознавательно-познавательное озвучу. Процесс озвучки или постановки этого материала дает кому-то развязать язык в чью-то сторону. Дорогие слушатели или смотрители этого материала, вы включите свой мозг. Примерно я буду делать это, но я буду делать по-своему, а не по-вашему. Примерно так. А теперь процесс пошел. Весь инфоматериал в работе, и вот все. Примерно так. На данный момент у меня идет процесс рекламы какого-то ресурса. Давайте я вам расскажу это все по поводу. Примерно человек хочет сказать, что в течение 2 минут я это сказал. Ну, начинается. У меня сейчас на данный момент есть какие-то проблемы в том, чтобы объяснить этому человеку, ну, что он и что, и какая она личность в виртуальном мире. В виртуальном мире она никакая личность. Ноль на ровном мире. Примерно так. Вот сейчас я это записываю для того, чтобы ему потом выложить это все. Вот примерно я укладываю в режим 2 минут. Коротко, но понятно. Вот, молодой человек, не знаю, как вас зовут, я вам предлагаю. Предлагаю не рекламу, а так. Понятно, информационную систему оповещения для входа в ваш ум. Да, смешно, но понятно. Примерно такая вот петрушка в вашем уме.